Отправляюсь гулять по Питеру, как хотел. Наверное, дойду до зоопарка. Погода какая-то не очень айсовая. Немножко дождь капает, но при этом где-то около нуля. У меня есть с собой зонтик, ничего не промокну. Как я люблю, просто ходить по городу. Горячие гаджеты и новинки Apple в самом дружелюбном магазине macov.net. Подписчикам скидки. Сегодня день, знаете, с чего начался? Значит, мы с утра в 8 встали, пошли в Макдональдс на Адмиралтейство позавтракать. Проходя мимо салона магазина бутика Rolls-Royce, перед витриной чья-то блевотина была и сигарета в нем потушена. Короче, очень было прикольно. Чувак-то подошел, о, Rolls-Royce, столько денег. Сблевал и затушил туда сигаретку. Мы тут, кстати, рядом живем, у нас вот получается вот в том доме внутри. В этом доме жил и умер Казимир Малевич. Кстати, слышали, что там это за черным квадратом нашли еще пару картин. Вот он. Ну, типа, черный квадрат, и там написано, что здесь жил и умер Казимир Малевич. А вот в том здании убился Есенин. Короче, ништяковое место такое. А это Исаакиевский собор. Что-то хотел туда перейти. В итоге, ладно, пойду прямо. Сейчас хочу пройти через Александровский сад к набережной. На Васильевский остров, потом с Васильевского острова и как раз туда, к зоопарку-то подкачу. Посмотрим, что там за 500 рублей предлагают. В Москве, кстати, дороже выходит. 100 рублей, 2 гигабайта интернета. Ну и плюс еще звонки включены. У нас что-то там начинается от 400, кажется. Первое достижение есть. Я в Александровском саду. Кстати, очень удобный рюкзак, от которого кульман мне подогнали. Реально очень удобная тема. Здесь еще вот здесь привязал. Конечно, выглядит так по-туристически, но зато удобно. О, дядька все правильно спортом занимается. Это я что-то подзабил. Ай да, левый, правый. На самом деле, потому что вот тут хватает, знаете, как месяц-два. Да я знал, что так будет. Пошел в спортзал. Круто. Отходил, все забил. Я знал, что так будет. И, походу, просто спортом нужно болеть. Наверное, просто болеть. Ну, ладно. Я со мной счастлив, что я хотя бы 2 месяца походил. Сейчас вот думаю, может, с середины декабря или с января заняться опять собой. То, знаете, так, наверное, то ем все подряд, потом не ем все подряд. Ну, конечно, вот так вот, жизнь вот так вот проходит, волнами. Меня это устраивает. Но главный большой переворот был, когда на 18 килограмм похудел. Это да, потому что к такому весу я уже, наверное, никогда не вернусь. Хотя все возможно, если много-много есть и ничего не делать, то вернусь. Так, мы уже подошли к набережной. Инспектора. Ну, пойдем посмотрим, что здесь находится. О, здесь можно спуститься и поплавать. Так, интересно, но довольно-таки мокро. А сейчас в Москве новую тему ввели. Типа ДПС в штатском. Что это означает? У них машина без опознавательных знаков. Сегодня в новостях смотрел. К примеру, белый Форд. А внутри сидят инспектора, которые, ну, находят нарушителей, которые играют в шашечки, где-то там не там повернули, под красный проехали. Они не имеют права тебя остановить, потому что это было бы реально подстава. Они передают на ближайший пост ДПС. Ну, мне кажется, такая тема сработает, да. В любом случае, ты будешь всегда думать, что, эй, может, кто-то за мной следит, и не будешь так много нарушать. А мне сейчас нужно вот по этому мосту перейти, Васильевский остров. Ночью туда можно переехать, и где-то час или полтора тут вообще никак не выйдешь. Потому что все мосты эти разводят ночью. Вот.
перехожу туда, на ту сторону, и там зоопарк. Сегодня влог точно из разряда прогулка по Питеру. Офигенное дерево нашел. Конечно, интересно, сколько ему лет, но оно очень большое. Ну, если так вот представлять, вот моя нога, а вот дерево, не обойти. Здоровенное! Один раз я видел Питер, это третий визит в столицу северную. Я не знаю, так вот ее называю, нравится мне северная столица, потому что для меня Питер и Москва это как бы одно и то же. Это два города самых крупных, больших, в которых я был. Потому что я представляю, что ЕКБ, возможно, больше, чем Питер. Наверное, ладно, не буду разглагольствоваться. Это опять окажусь тупым. И третий раз погода не айс. Ребят, в Питере сколько раз у вас в год бывает солнце? Оно вообще бывает или нет? Мне сразу вспоминается приключение итальянцев в России, когда Львов нахожу. Они же там в фильме раскапывали и искали клад под каждым львом в Питере. Наверное, все бы немножко получше смотрелось, если бы была солнечная погода. Так очень красивый город. Ничего себе, пешеходный переход. Смотрите, отсюда и вот оттуда. Вот это все пешеходный переход. Здоровенный. Пойдем. Ну, я уже почти дошел. Остался еще один мост. И вот зоопаркин. Вон там вот. Уи! Блин, весело. Вы спросите, Лех, а чего ты не сделал сходку в Питере? Да что-то как-то так все быстро получилось. Я сейчас куда-то кидать объявление, надо всех где-то ждать. На улице не постоишь, потому что холодно. Не знаю, это нужна подготовка, не могу я так сразу. Вот такой человек. Ну-ка, еще раз. Айда! Упс, не хотел. С погодой подвезло. Пошел дождик со снегом. Ребят, кто из Питера, объясните, что это такое? Что за конструкция? Буду спасать камеру от ветра. Жесть. Очень сложные погодные условия. Не знаю, как доберусь до зоопарка. Прикольный кораблик поставили. Походу, уже давно стоит. Смотрите, какой инфинити. Не фуспит прям. Ни хрена себе, там еще на первом этаже спортзал. Я думал, это ресторан. Прикинь, спортзал. Решил на обратную дорогу, наверное, взять такси. То есть я так не дойду, что-то я весь уже замерз. Прям ужас какой-то. Потом поеду Ольку спасать. Обед ей привезу. Ну все, можно сказать, я нагулялся. На мосту замерз. Здесь пока еще вроде, ну, ветра нету. Такая волна неспокойная. И очки все уже в этом, смотрите. Ну, вокус. Во. В капельках. Пришлось воспользоваться помощью горожан местных. Потому что Сири и все остальное не знаю, где находится вход в зоопарк, с какой стороны. Я уже это сожалею о том, что я пешком пошел. Я не думал, что 40 минут пути по такой погоде меня прям вымотают. Самое главное, сейчас еще небось заплачу 500 рублей в зоопарк, а потом буду говорить, что это того не стоит. В московском зоопарке за 400 рублей в будни это того стоит. В Барселоне за 1000 рублей с человека это того стоит. Сейчас посмотрим, как насчет питерского зоопарка. 500 рублей вход стоит на взрослого человека. Сейчас я вам расскажу, насколько интересно туда сходить взрослому человеку, у которого есть свободное время в Питере. Видите, я не хожу в клуб, не хожу в библиотеку, я хожу в зоопарк. Не знаю, это просто я вчера придумал. Вот и пойду. Проходил, заметил, чип-дип есть. Точнее, чип-дип. Пойду, наверное, потом себе вкусняху куплю там, паельник. А то у меня светодиодная подсветка пришла с Алиэкспресса. И комплект батареек.
нужно подсоединить. А на скотч не хочу мотать. Нужен паяльник. В 28 лет я этим озаботился. А ну-ка, вот и зоопарк. Здравствуйте, будь добрый, один, пожалуйста, взрослый. Хорошо, что при заходе сразу можно отогреться. Я отогреть еще камеру заодно. Ребят, могу сказать, что зоопарк Питера мне понравился больше, чем московский, правда. А обезьянник просто шикарнейший. Там даже, можно сказать, контактный зоопарк и зоопарк два в одном. То есть ты заходишь, под ногами щепочки, ты по ним ходишь, смотришь на обезьян, все очень круто сделано. И плюс посерединке у тебя еще обезьянки маленькие есть, которые безопасны. Ты их можешь потрогать, они на тебя могут сесть. Потом шикарный вольер с хищниками. Лев, гепард, ягуар, просто шик, класс. Здесь вот пока заряжаюсь энергией всех летающих. Совушки вообще просто чумовые. Всем советую, если приехали в Питер, 500 рублей можно потратить запросто за такую красоту и зарядиться реально потрясающей энергией. Посмотреть на совушек. Привет тебе из Москвы. Ладно, поехал смотреть дальше. Короче, я одобряю. 500 рублей счастьем просто отдал за такой experience. И зоопарк не такой большой, как московский, но здесь как-то все намного концентрированнее и нагляднее. То есть в московском зоопарке из-за того, что много территории, ты не всегда сможешь видеть животных. Здесь, наверное, минус для животных, потому что здесь меньше места. Но не знаю, есть плюсы, есть свои минусы, но мне он понравился больше, чем московский. Вот так не ожидал, что меня что-то устроит в питерском зоопарке. Удивительно, но круто. Единственный минус, сейчас дождик немножко такой накапывает. Я уже практически весь мокрый. Не хочу зонтик доставать. Сейчас в Чип и Дип пойду поинтересуюсь, что там насчет паяльников. Чтобы нормально теперь паять что-нибудь. И закажу себе таксюшку. Ну что, красавчики, террариум вообще выше всяких похвал. Мне вот, в общем, в зоопарке что понравилось? Простенько, доступно, все видно. Сразу реально все видно, все животные прям на виду. Вот это круто. Террариум вообще просто меня потряс. Там такие штуки. Уу! Никогда таких не видел. Так, ну что, короче, так, машину надо заказывать. Валить отсюда. Купил себе паяльник и базовый набор. Буду обучаться этому ремеслу. Да, что-то дождик все еще сильнее пошел. Так что без таксишки никак. Так, место отправления ништяк. И дом 6. Там Макдональдс находится. Так. Блин. Вроде все правильно. Да. О, смотрите, Mitsubishi Lancer. Ну что, подождем? Одна минута. Прикиньте, я только заказал, он меня прям проехал, сейчас вот разворачивается. Кстати, вся эта тема вышла у меня 124 рубля. Хорошая поездка. Погода совсем испортилась. Иду вон жену свою спасать горячим кофе и бутерами. Кстати, был удивлен, что в Питере тоже есть общественный, ну, транспорт, как эти велосипеды. Общественный транспорт. Громко сказано. Вот где-то здесь была утренняя сцена. Здесь где-то Rolls-Royce или Bentley еще здесь. И блевотина была слева. Ну, убрали. В итоге так что-то не получилось записать никакое мероприятие, потому что у меня села батарейка. Уже пришел в номер. Ну, купил еды много. Ну, что-то так и не пошло. Вот, принес все домой. Сейчас буду делать анбоксинг. Илюха первый на YouTube сделал обзор на гамбургер. Точнее, на Биг Мак, помните? Было такое. Сейчас покажу, что купил еще в этом Чип и Дип. Так. Вторая часть лога у нас будет размеренная. Это означает, что мы будем с вами болтать, как вы давно этого хотели. На улице дождь пошел, я, конечно, весь взмок. Прям ужас. Тут у нас Royal Deluxe валяется.
Надо делать так, чтобы фокус был, пальчиком тыкать. Та-дам! Что, ни хрена не вижу, слепой. А ну-ка, еще раз. Royal Cheeseburger. Та-дам! Очень интересно. Гамбургер. Не помню, сколько он сейчас стоит. Раньше, помню, по-моему, 12 рублей они стоили. Но это было давно. Тогда еще бензин стоил 6 рублей. Амбургер с котлетой и с одним маринованным огурчиком. Сейчас тоже это все съем. Руки, кстати, помыл. И мой любимый Биг Мак. О, вообще шикарный. Я люблю, когда в Биг Маке много соуса. Здесь вот котлетка, я его всегда разделяю на две части. Вот так вот ем отдельно. И вторую часть ем отдельно. Так получается удобнее, он не разваливается, когда его в рюкзак съешь. Вот здесь вот много соуса, это хорошо. И много зелени. И вообще вот в России они очень хорошо соленые. В итоге, это, конечно, все не съем. Придется на вечер оставить. И картошку по-деревенски. Тут у нас осталось. А это как раз то, что купил в Chip & Dip. Значит, такой вот паяльник. 690 рублей стоит. Сказали, что намного лучше, чем всякие китайские. Но единственная хрень, что он был без подставки. Ну, видимо, наверное, это хорошо, потому что если бы еще была подставка не хреновая, все бы выглядело хреново. Купил отдельную подставку. Такую, тяжелую, 460 рублей стоит. С какой-то губкой. Я пока еще в этом не разбираюсь вообще. То есть я сказал, дайте мне самый начальный набор для того, чтобы спаять два проводка. Тема очень интересная, потому что можно всякие световые, ну, как я люблю, подсветка и тому подобное, всюду делать самому. И мне это интересно. И в 28 лет я готов этим, наверное, заняться. Блин, как неудобно. Надо на следующей неделе постричься, потому что меня уже бесит мои волосы. Все это буду познавать. Далее, значит, то остальное. Припой. Проволока. Пока взял одну на 1 метр. Я думаю, что пока хватит. И канифоль в банке. 140 рублей. В итоге все вышло на 1400. Вообще, ну, я где-то так и планировал. Такая вещь, наверное, должна быть у любого мужчины в доме. Но, как знаете, в детстве мне это нахрен было неинтересно. А теперь мне хочется что-то делать самому. Это старость, мои дорогие друзья. Старость. Все, короче, ставлю камеру на зарядку. На вторую уже, кстати, удобно. У меня сейчас один аккумулятор заряжается. Второй здесь стоит, который я купил на Алике. Все, сегодня больше снимать не буду. Вечером пойдем опять в ресторанчик где-нибудь погуляем. Может, коленчик покурим, посмотрим. Все, давайте, пока, до завтра.